День Святого Валентина стал двойным праздником для молодоженов Ярослава и Оксаны. Именно 14 февраля пара решила связать себя узами гименея. Они познакомились прошлым летом и через полгода решили узаконить свои отношения. Молодожены верят, что эта дата принесет им особенное счастье. 14 февраля – это праздник всех влюбленных. Это для нас знаменательное событие, поэтому в этот день мы решили зарегистрироваться. Выбрали именно эту дату. Познакомились мы на остановке, то есть рано утром, когда едем на работу. Буквально постоянно я ее видел и решил подойти, познакомиться. Так и познакомились. День влюбленных мы желаем, самое главное, любви. Самое главное, что необходимо, это любви. То есть нашли свою половинку, каждый человек на нашей планете. Праздник всех влюбленных пары дарят друг другу подарки, говорят слова любви, у кого-то в этот день рождается семья. Чтобы поделиться рецептом долгой счастливой жизни и дать напутствие, на праздник молодым пришла семья Закиевых из деревни Старая Мушта. Раиф Закиевич и Гулькагида Хасановна в этом году отмечают бриллиантовую свадьбу. Гулькагида Хасановна и Раиф Закиевич, сердечно поздравляю вас с знаменательным событием в вашей жизни, юбилеем семьи. А от Женсовета Краснокамского района, конечно, мне очень хочется поблагодарить вас за ваш ежедневный труд. Чита Закиевых 60 лет назад, как и молодожены Ярослав и Оксана, стояли в отделе ЗАГСа и клялись друг другу в любви. Они до сих пор вместе. Воспитали 3 дочерей, вырастили 5 внуков и подрастают 2 правнука. На их памяти было много разных моментов. Бывало, ссорились, но, забыв про обиды, всегда мирились. Надо вместе работать над семейным счастьем, стараться друг друга понимать, уважать, беречь и никогда не терять. А главное – любить, ведь без этого вместе жить невозможно. Всегда, когда ссорились, молча расходились по своим делам. А потом уже и забывали про обиды, так и мирились. В этот день хотим пожелать молодым, чтобы они не гнались за богатством. На этом семью не построишь. Уважать надо друг друга, тогда и жить будет веселее. Подобный праздник, День всех влюбленных, Краснокамский отдел ЗАГС проводит 2 год подряд. Организатор отмечает, что мероприятие направлено на сохранение семейных ценностей. Тем более, что этот год в Республике Башкортостан объявлен годом семьи. В нашем районе, в нашем отделе ЗАГС мы сейчас каждый год с удовольствием отмечаем 14 февраля День влюбленных. Но так как в этом году он приходится на середину рабочей недели, то у нас немного, скажем так, пар, которые решили бы зарегистрировать свой брак. И вот мы с большим желанием и с большим удовольствием сегодня зарегистрировали бракосочетание одной пары. В День всех влюбленных хочется пожелать молодым парам, чтобы они сумели сохранить эти свои красивые взаимоотношения на всю оставшуюся жизнь. Чтобы из-за каких-то мелких ссор и обид не портились бы у них эти отношения. И не только всем влюбленным, но и всем парам хочется пожелать любви, здоровья, благополучия, чтобы они сохраняли именно свою любовь, свои нежные, красивые отношения на долгую-долгую жизнь. Магия цифр, атмосфера нежности и волшебство момента делают поздравления родных и близких в этот день особенно волнительными. Слова любви юбиляров звучат по-новому и необыкновенно трогательно, а первый танец молодых завораживает гостей.